Всем здорово! И сегодня мы с вами сыграем еще одну зашибенную игру. Мне посоветовали его поиграть. Просто очешуенная игра со скримерами. Она наподобие FNAF, похожа на FNAF, то есть игра. Ну и что ж, и там говорят, ну очень давит прям, вот прям давит за очко, вот прям то же самое, когда пытаешься задавить это яйцо в руках, вот прям вот так же. Ну, яйцо куриное, я имею в виду. И вот так давит на тебя атмосфера. Сейчас мы посмотрим, что это себя игра представляет. Игра Супчик Круз. Не знаю точно, что означает Супчик, но Круз это что-то проклятие. Что-то в виде... Ну что ж, а тем временем я вижу букву... Слово Лентинг. Что ж, ждем, пока залентингится игруля. Очень говорят, очень страшно, обосрешься, прям давит атмосфера, там еще и скримеры есть. Ну что ж, я не пройду эту игру мимо. Этой игры мимо. Не пройду. Я обязательно в него сейчас сыграю. Ну блин, давай, загружайся, мне уж не терпится. Уж руки прям чешутся посмотреть самую такую страшную игру. Ребят, также посоветуйте в комментариях, какую еще можно поиграть очень страшную игру. Ну прям вот так. Самая такая страшная игра, что прям жмет за яйцо. Прям куриное, я как объяснил полминуты назад. Hello, please, фурцами, что-то там. Я и говорю не особо, конечно. Пойму, что тут, ну давай-ка уже. Клик, хер сюда. Так, чтобы загрузить девайс. Окей. Клик, чтоб хер мови. Клик. Да подожди, дай мне с механикой-то разобраться. Так, чтоб компьютер. Ну окей. Клик, хер, чтобы двигаться. Ты чё, зависит-то? Чтобы загрузить девайс. Нам якобы объясняют. Вау! Гроза напугала меня. Нажми Х, чтобы это Hidden Controls. Не та, в натуре какая-то чуть-чуть. Вау, у нас уже пошло разряжаться. У нас уже пошла разряжаться. Тихо. Ребят, как повернуться? Надо щелкнуть, понятно. О, сейчас вот это реально пугало так. Погоди, это не то? Вот она, да? Ребят, у меня уже мурашки по коже, у меня уже гусиной кожей покрылось это. Все из-за этого звука. Мне нравится, ребята! Стой! Куда побежал, мазафака? Б надо! Б. Вот опять. Блин, меня сильно пугает этот звук, вот такой. Ой, стой, куда побежал? Я не туда нажал. Надо Б, надо за... Ой, блин, напугала гроза, реально. Реальная игра, крутая вообще. Уже самого раза пугает она. Блин, я сейчас уже не ожидаю, повернусь и увиду скример даже. С, да? Нет, это Д. Так, у нас тут тем временем... Блин, куда ты поворачиваешь? Сейчас повернулся, чуть-чуть испугался, ожидая скримера. Говорят, игра со скримером. И прям атмосферненько так. Ништяк. Мне это нравится. Мне это нравится. Так, я ничего пока не ожидаю. Точнее, уже ожидаю что-то увидеть из-за вот этих страшных звуков. Так. Тихо, гроза, не дури, гроза. Тихо. Так, тем временем у нас разряжается Б. Сейчас мы все поддержим. Пока у нас все стабильно. У нас все стабильно. Игра подобие FNAF, только здесь камеры. Камеров нет, так что придется бегать. И заряжать. Так, Д. Я понял, это на втором этаже Д. Блин, меня напугал чекпоинт. Сафинг дата. О, зашибись. Блин, меня напугал чекпоинт, зашибись. Ребят, это вообще... Это круто!
тихо, спокойно. Пока у нас все стабильно. Все... Блин. Все вот эти четыре лампочки, генератор, можно так сказать. Эй, слышь, занято. В смысле, Ер? Я тебе покажу, Ер! А ну, заряжись быстрый. Какой Ер, блин? Чё? Я понял, походу, что надо сделать. Ер, быстрей, 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 быстрей. Это надо сюда бежать, да? К компьютеру, походу, да? Так. Так, ладно. Так. А, что делать? Лентик. Это стой. Так. 6, 7, 5. Оф, так. Ага. Га, быстрей, мазафака! Все, быстрей. 30. О, он должен успеть за определенное время. Все, эксит. Ой. Заряжай. Блин, я сейчас ожидаю увидеть скример. Это круто вообще. Я сделал наушники погромче. Да. Ну как? Давид. Заряжай. Окей, у нас снова С разряжает. Ты С заряди-то, спокойно. А у нас разряжается. Черт, ребят, если я сейчас заору от скримера, не удивляйтесь. Я сейчас заору от скримера, если сейчас будет скример. Потому что, ребят, говорят, что я игра со скримерами. Поэтому в такой атмосферный хоррор, полюбас, мне станет очень страшно, я очень сильно заору. Ага. Погнали вниз. Мне внизу безопаснее. Все. Ой. Быстрее, мазафака. Так, Круто! Браво! Зашибенный скример! Мне понравилось! Крутая, ребят, игруля. Я очень потом еще раз в нее сыграю, но мне понравилось. Ну что ж, ребят, а на этом сегодня все. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, ставим лайки, что ж, а на этом сегодня мы закончим. Что ж, всем удачи и всем пока!